Всем привет и с наступающим. Так. Чего ты вопрос прислал? Всего большое. С наступающим. А теперь черед за распаковкой. Увидимся. Ну вот, пришла пора распаковывать. Ну, конечно, коробочка не первой свежести, но зато полный комплект. Вот, дорогие подписчики, европейский GameCube. Черный, в фирменной коробке. Nintendo. Европейская версия PAL. Здесь мы видим все аксессуары. И то, что можно докупить отдельно. Логотип GameCube. С предупреждением не вскрывать и все такое. Потом переведу. Так. Здесь мы где-то... А вот здесь вот популярные игры, которые выходили на GameCube. Вот я вижу Super Mario Sunshine. Вот это вот тоже, по-моему, это переиздание World Waker Легенды о Зельде. А, Metroid Prime, да, действительно. Вот это Star Fox, по-моему. Вот здесь показано, что 8-сантиметровый мини-DVD используется. Это, я подозреваю, какой-то космический шутер, возможно, Star Wars. Вот здесь непонятно, не могу сказать. Чё? Открываем. Так, что тут у нас имеется? Черный контроллер GameCube. Тут надо, конечно, пыль будет продуть, если видно, извините. Нинтендовский. Так. О, мне презентом еще и выслал скарт-переходник. У них, конечно, много, но лишним никогда не будет. Дополнительный. Тут у нас фирменный нинтендовский АВ-кабель. Вообще Nintendo. Запомните, такие вот ребристые длинные тюльпаны, это вот именно у Nintendo. Тут у нас... Подождите. В общем, это блок питания. Достану. Блок питания. Тоже фирменный. GameCube. Что характерно, вилка, не требующая переходника, европейская. Ну и... А, тут еще какая-то мелочь, погодите. Ну, первый раз такую карту памяти вижу. Возможно, не фирменная, но вроде как написано, что GameCube. Может, это просто от стороннего производителя какого-то. Это сам куб. Давайте его распакуем. Так, вот так вот. Аккуратненько. GameCube у нас получается консоль шестого поколения, конкурент PlayStation 2 и Xbox Original. Выпускалась с 2001 по 2006 год во всем мире, ну, за исключением России, конечно. Сколько я знаю, в России официально GameCube не продавался. Вот он черненький. Я до этого, помните, был серебристый, чипованный.
за что я его, собственно говоря, продал, что он был чипованный, в него лезли внутрь, нарушая, так сказать, заводские стандарты. Вот он, GameCube. Кстати, смотрите, первых ревизий. Еще высокоскоростный порт имеется, а не только стандартный. Тут у нас что? Маленькая наклейка. Тут мы видим порт для подключения Game Boy Player, которым я обзаведусь позже. Потом порт для модема, который, в принципе, уже не актуален для связи с сервером Nintendo, именно для GameCube. И, в смысле, он так и не нашел ему применения к этому третьему порту. И в последующих ревизиях он был убран, упразднен. Такой вот GameCube. Тут у нас, значит, сброс, питание, открытие лотка диска. Предупреждение, что не открывать во время игры, не лезть пальцем в лазер. Вот в этот вот. Так что вот. Так вот, GameCube. Вот, уважаемые подписчики и гости моего канала, распаковка завершена. Надеюсь, вам понравилось это видео. Вот, можно сказать, такой вот себе подарок на новый 2018 год сделал. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если понравилось, прокомментируйте, напишите, что вы думаете. А я хочу поздравить вас всех с новым 2018 годом и пожелать всего самого наилучшего. Главное, как я уже сказал, счастья и здоровья. А остальное приложится. Всем пока.